А мне есть фломастер, Дэвидик? Я тоже попробую. Это рисует, может. Ты поделился со своим фломастером, чтобы я нарисовал? Да. Спасибо тебе, Давид. Это мой шарик. Да, я очень. Шарик. Очень красиво. Красиво. Давидик, выбирай, что ты будешь? Вот из этих троих что будешь? Омлет, пюре или макароны? Макароны. Макароны? Вот да. Это ты будешь? Happy birthday to you, happy birthday, Давидик. Шучу, у него не день рождения, просто пора просыпаться, поэтому решил спеть песенку. Что это такое? Ну, Ира, ну что это такое? Зачем ты это сделала? Еще мой магический котел. Я пошла. Подожди, стой. Можно интервью? Для чего этот образ? Смотри сторис. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Два. Все вы помните, да, носочки, которые я ей подарила? Но их еще не носила, были поросята. А сейчас мишки под этот лук прям идеально. Под рубашечку. Так что на день рождения будет самое красивое. Кто-то... Вот она! Вот она! Что ты там? Я не могу. Просто вождь медведи Ирочка. Какой-нибудь дай речь. Глянь, слушай, она хорошо застегивает. Если вы стремитесь к идеалу, то вот он. Па-бам. Идем на день рождения. Очень классно. Отец депутат. Племянница с собой идем на день рождения. С мишками. Пойдем, Ирочка, там детская комната есть, пока взрослые будут отдыхать, чуть посидишь, потом тебя отправят. Хорошо. Здесь у нас художество идет. В костюме! Орай талант. Вообще. Да? Приглашаю вас в музей. Оригинал. А вот рядом с оригиналом. Ну-ка, поставь. Так. Не пойму, где фотография. Одна сырочка тебе. Подарочка. Ты потом откроешь правильно. Я не хочу видеть выхода. Почему губы красные? Может, я сосался с кем-то?